Как со скидкой до 100% покупать айфоны и другие смартфоны без купонов, промокодов, распродаж и другой известной большинству информации. В описании под данным видеороликом будет ссылка на мой авторский видеокурс, который пошагово научит вас этому. Вам останется лишь повторять. Друзья мои, ссылка в описании под данным видео. Экономьте огромную часть денег с покупок, как это делаю я. Итак, как установить Сбербанк официальный, да, от Сбера, не какое-то левое приложение, не страницу от Safari, да, или какого-то еще браузера, а настоящий Сбер, то есть с тем же функционалом официальный, подтвержденный, безопасный и т.д. и т.п. Когда вам понятно, о чем видео, мы можем, соответственно, с вами приступить к сути. Я вам покажу способ. А вам я рекомендую, друзья мои, ставить лайк, чтобы стоял у вас и у меня. Чтобы у нас у всех с вами стоял лайк. Это очень важно. Спасибо за взаимность. И общую заботу о нас с вами я хочу, чтобы у всех стоял лайк. Итак, мы с вами, во-первых, переходим в настройки. Приложение настройки. После этого мы с вами идем в основные. Здесь у нас в основных будет язык и регион. Заходим в регион. И здесь беремся за лупу. Вот она. И пишем Россия. И выбираем Россия. Ребят, это нужно даже если вы не в России находитесь. Да, это нужно. Потом можете сменить, когда сделаем. Идем в зад после этого. В самый зад. Вот сюда, до упора. После этого мы с вами идем, соответственно, в App Store. Красиво прозвучало, да? Не App Store, а App Store. Ух ты! Ничего себе! Итак, идет загрузка. Здесь для удовлетворения своих потребностей мы беремся за лупу. Вот она. Удовлетворение своих потребностей в поиске. Ну, я думаю, вы поняли, да? Нажимаем на лупу и беремся за лупу. И пишем здесь следующее. Пишем сбол. Сбол Сбербанк, как видите, да? Как видите, у меня уже открыто данное приложение. Я его активно уже популяризирую. Это не реклама. Мне за это не платили. Просто это реально Сбербанк. И пускай люди, соответственно, знают, да? Кто пользуется айфонами. Их десятки миллионов, я считаю, у нас в РФ. Итак. А чтобы подтвердить, что это настоящий Сбербанк, секундочку, сейчас увидите. Итак, как видите, номер 900, и то есть сам Сбербанк мне прислал уведомление о том, что у них вышло приложение, Сбербанк заблокировали в App Store, и они выпустили сбол. Ребят, сейчас я вам покажу, как оно выглядит. А выглядит оно ровным счетом вот так вот. То есть то же самое, что и официально, это то же самое официальное приложение, просто они взяли его, так понимаю, что-то в коде изменили немного и название поменяли, и теперь оно доступно в App Store. Ха. Так вот, ребят, пользуйтесь, напишите в комментариях, все ли у вас получилось. Если что-то не получилось, напишите версию iOS, у меня версия 16. Какая-то там один или два, да, не помню. Вот, но суть в том, что, в принципе, я проверял на iOS 15, на iOS 14 проверял, везде все работало. Напишите в комментариях, все ли у вас работает. В описании под этим видео будет ссылка на мой пошаговый видеокурс, которым я вас научу покупать iPhone и другие смартфоны со скидкой до 100%, без купонов, промокодов, распродаж и так далее. Моя инсайдерская, абсолютно... Это мой авторский способ, да, пошаговый, моя методика. А я в этом немного разбираюсь, потому что являюсь человеком, который создает видеоуроки много лет, да, на своих двух каналах Блогермен и Донати. Ну, еще, конечно, канал, если они более маленькие просто. Итак, переходите в описание под видео, там будет ссылка. И переходите, изучайте и пользуйтесь. И экономите огромные деньги. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, чтобы стоял у вас и у меня. Это очень важно, чтобы стоял лайк. Спасибо за взаимную, за общую заботу. Задавайте свои вопросы в комментариях. Я постараюсь снять видео-ответ для них.
А я вам всего самого отличного желаю. Удачи и до скорого, друзья мои. Пока.